Всем привет, с вами канал Let's Geek. И я Анастасия Зеленова, ну или Лара, сегодня. И я вам принесла много интересных и свежих новостей. Поехали! Fallout 4 вышел 10 ноября 2015 года. И его выход ознаменовался просто огромным успехом. Уже в первый день выхода игры было продано около 12 миллионов копий на 750 миллионов долларов. Только представьте эту сумму! Кроме того, это не последний рекорд. В Steam одновременно играли 470 тысяч человек, что побило рекорд GTA 5. А теперь немного горячих новостей. На момент выхода Fallout 4 трафик всеми известного сайта для взрослых Pornhub заметно упал, что показывает огромный интерес к игре, ну, если вы понимаете, о чем я. Кто не знает Арнольда Шварценеггера, а он как раз-таки стал лицом новой мобильной игры Mobile Strike. Причем он будет на официальном сайте и на всех официальных артах и постерах. Но какой гонорар был у него, никому не известно, но уверена, что сумма была совсем не маленькая. Уже сейчас игру можно скачать в Google Play и App Store. Компания Nintendo заявила, что уже в 2016 году выйдет новая игра из серии «Легенда о Зельде». Она выйдет в честь 30-летия франшизы, что непременно заинтересует всех поклонников серии. Игра выйдет на платформе Wii U. Также в 2016 году нам покажут ту таинственную консоль NX. Так что следите за новостями. 3 декабря в Лос-Анджелесе будет церемония награждения Game Awards 2015. И борьба, я вам хочу сказать, будет совсем не шуточная. И мы бы хотели вам представить небольшой список номинантов игры года 2015. Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5, Super Mario Maker и Witcher 3. Если вы хотите видеть более подробный выпуск о всех номинантах и церемонии награждения в целом, напишите нам внизу в комментариях, и мы это сделаем. А теперь немного новостей о «Звездных войнах». Компания Disney снова выпустила ролик по «Звездным войнам», что не может не радовать всех фанатов. Также хочу напомнить, что релиз Star Wars Battlefront состоится уже 17 ноября, так что обязательно поиграйте. С вами была я, Анастасия Зеленова, и канал Let's Geek, так что подписывайтесь на нас, ставьте лайки и все такое, а я побежала снова расхищать гробницы.